Ты что, вот эти штуки надо взрывать? Да. Они, мне что-то кажется, это... Все нормально. Из пластика сделано. Нравится? Да. Ну, конечно, я доверю тебе это дело. С красной кнопочкой. Нажать на кнопочку? Да. Все это вы увидите с 18 минуты 20 секунды, после того, как мы поснимаем у моделиста Костяна дома. Погнали! Всем привет! Я, так сказать, начинающий моделист, занимаюсь около года. И вот, ты по счастливой случайности, вот дед Вадим приехал ко мне в гости. Я очень вам благодарен. Хочу, чтобы... Крутая у тебя случайность. Хочу, чтобы люди тоже, как бы... вот этим занимались, потому что это очень интересно. Но в основном в нашем возрасте, вот как с дедом Владимиром, да, мы примерно одинаково. Мы это в детстве, да, хотелось нам по-любому машинку на пути управления. Да до сих пор хочется, не буду скрывать. Да, да. И что делают, как бы, начинающий моделист? Идет, покупает китайскую шасть. Потом ее начинает чинить, чинит. У него появляется вот такой ящик с инструментом. Ну, зарядное, естественно, у каждого должно быть. Потом у него занимается здесь, потом здесь. Смотрите. Вот это вот тоже вот. Ты красишься, да? Да. То есть ты занимаешь потом, все места, да, потихоньку. Потом переезжаем на верхние этажи. Когда не хватает уже здесь места, моделист начинает утеплять балкон. И переезжает потихоньку туда. И занимает все место здесь. Занимает здесь. Ну тут у тебя большие здесь, машины. Да, колеса, думаем, куда бы выкинуть. И потом, вот, в общем, весь балкон тут, ну, в головах там чьих-то. Привет, как дела? Да нормально, ничего, сижу здесь. Смотрю. Может целую сцену тут разыграть, нам приехал дед Владимир. Ну ничего, место у тебя тут оборудовано. Ну вот, как бы пока. Кстати, у меня вот еще на ремонт недоделанный балкон. Конечно, позволяется. Надо все делать. Надо еще рассказывать побольше. Что тут делаешь? Вот, что у тебя вообще за инструмент, что пользуешься? Вот мини-тесочки по-любому нужны. Это любимая классная штука. Так вот поворачивается, здесь у нас ровненькие, здесь можно что-нибудь зажимать, допустим, резьбу там нарезать или как-то не загнуть. Ну вообще клево, да, иногда очень, да, не хватает, да, да, тесочек. Вот без этой штуки тоже как бы обходиться тяжело. Что еще у тебя из инструментов используешь, инструмента... чтобы работать? Вот купил дремель, да? Ну это как бы... все, кстати, его хвалят, я так понял, да? Ну да, здесь, ну, как бы по дешевке. Сколько стоит? Это была акция где-то там 1500. А, ты новый брал, да? Да. А, ну недорого, я думаю, рублей нему, 5-7 он стоит. К нему еще вот. А, ну вот отдельно, вот, да, или нет? Нет, это все в наборе было. А, все вот за такая, эту цену, да, нормально. Ну отрезные круги там плохие. Вот еще ящик сейчас покажу. В общем, рекомендую, ребята, это хорошая вещь. В общем-то, свою цену вполне оправдывает. Вот у него есть такой удлинитель, то есть его можно куда-то подвесить и уже вот этим пользоваться, как отрезнуть там внутри кардан. Не держать все время его, да? Все в ящик убирается, но у меня, как всегда, все раскидано здесь, это нормально. Вот, потом клеевой пистолет, там вот валяется. Клеевой пистолет у меня есть, это клевая штука. Дальше, клеевой пистолет. Так, нас уже есть зовут. Так, ну и... погреть пластик, допустим, вот я сейчас делаю. Да, я это, короче, показываю все эти видео, сложится ощущение, я пожрать, короче, езжу. Как хочется жрать, едь кому-нибудь на обзор. Здесь также вот начал комбинировать с железом, да, начал с пластика. Ну, это ты сам сделал тоже, да? Да, да. Все вручную вот выпиливал. Ну, инструментами там по-любому же, да, не вручную. Вот начал делать сюда железный бампер, потому как вот сейчас я сначала немножко отойду. Это вот то, что первый, да, я начал делать. И вот без бампера первый краш превратился в убитую уже. Здесь пытаюсь под ржавчину покрасить. Ну, это все мои, так сказать. Ну, это тоже сам делал кузовок. Да, да. 1:6 получился. Ну, ты пилил чем его вообще, вот это все? Да. Из чего? Рассказывай. Вот нож.
Берем нож, линейку. То есть я взял шасть, да, вот, ну, которая у меня была. Прямо хобби. Обычный канцелярный. А, да он вообще у тебя за 10 рублей, там, я не знаю, да, да, мелкий. Да. Не, вот это за 10, это за 15, видишь. Да, ну и уже это значение, да, имеет. 10-15. Вот, так что... То есть, короче, кто хочет, лишь бы было желание, могут сами себе сделать. Да вообще, без проблем. Просто все равно деньги тратить, ну... так или иначе, там, на что-нибудь. А здесь можно на свое увлечение, которым ты будешь чувствовать, что ты чем-то интересным. Ну да, покажи свой суперпроект Corel Draw. Вот мы у тебя видим, вот супер этот. Как ты проектировал тут все, прям вот... Вот эскиз это полностью, вот, да, как вот чего. Чертеж подробный, там все здесь написано, как его сделать там красивым, там тюки, мешки, тряпочки надо, канистры, веревку, фары там, и ржавчину все это делать. Здесь у нас такой водила. Тебе можно идти работать, разрабатывать. В Траксос пойдешь, ты с руками ногами. Пойду, если дед Вадим договорится там с этими Траксосами вообще. Пока могу в хобби-центр бесплатно говорить, чтобы ты работал. Пока у нас не Траксос, это X-Max, ребята. S-Max, да? Которая вот эта такая распространенная шаськи, там за 3000, короче, продается. Вот, или 500. Я ее понемножку... Ну, покажи, что там хоть он стоит своих денег. Это колеса с AliExpress. Ну, кстати, прикольненькие, мне нравится на вид. Мягенькие такие, классные. Угу. Ну, то есть я подумал, что на S-Max... Мягкие колесики, прикольно жамкнет. Совсем неинтересно ездить. Вот, поэтому я сделал такую... Тоже, ребята... Вырезал все, здесь пока еще. Опять нет. Своими ножиками за 10, за 15, да? Да, да, да. Ну вообще красава. Вот, подрезаешь, сгибаешь. Что за материал, напомни? ПВХ. Я сейчас покажу. А, ну там, понял, все знают, что это такое. Да. Ну почти все. Я ни разу просто не резал пластик, его. Обычный пластик. Потом берем суперклей. Вот в Леруа там 130 рублей стоит. Это суперклей такие бывают? Да, да. Обычно тюбики то маленькие покупают. Космо. Нет, вот это самое нормальное. Сколько стоит так? 130 рублей. Точно. То есть, в принципе... Это вот это, грубо говоря, это светодиод 100 рублей сюда. Нормально. Стоит. А так клей, а вот это вам надолго крутой. Хватит. Зачем он тебе такой суперкрутой дядька? Вот он будет ездить вот на этой вот штуке. Это же у нас квадроцикл. А, ты его сюда усадишь, да, и пусть гоняет. Да, да, да. В пулемет вцепился, вряд ли отдаст, конечно. Такие вон. Кстати, тоже вот, ну, эта у него фигура, да? Тоже с AliExpress. Вот, сколько приехала стоил? Она, 1000 рублей. У нас здесь такой, ну, 5. Почему-то наши сразу любят деньги сверху накинуть, чтобы люди продать подороже. То есть он везде вот так гнется. А, ничего себе, ты смотри, у него сустав лучше, чем у меня гнется. Да, да. Такое здоровье, да, бог каждому. Голова здесь съемная. Съемная голова. Да. А, это от него, он вообще может превращаться, да? У него, это от, да, него вот тут голову. Там. А что, они тоже в комплекте приходили? Нет, это голова тоже стоит на AliExpress 130 рублей. То есть я взял, ну, хочу какие-нибудь маленькие там, знаешь, сюжетики там снимать. Угу. Ну да, нормально. Типа разборка там пацанов, чего-то. Или еще чего-нибудь. Пацанская вот, разборка. И вот я сделал, здесь такое было, ну, кружочек так одевался. Вот, а я поставил здесь. Опять же, термопистолет, да, ребята, помогает всегда. Вот сюда там гайку встроил. Вот, и теперь она здесь нормально держится, прикручивается. Все отлично. Ну-ка. Приехал он вот с этой головы. У нас сейчас кличка Гад Чумазый у него. Ну, камера, вижу, где тут есть. Да, камера тоже. Ну, пытаюсь как бы людям... показать, что это интересное занятие, и можно заняться, в принципе, вот с чего-нибудь начать, а потом оно уже само там пойдет. Изучайте вопрос, как бы, занимайтесь, все будет клево. Вот такие штуки можно делать. Все, чувак на месте. Будет здесь гонять. Там еще какие-нибудь багажники там сзади. Но тут нормально. Свет горит. Вот еще один проект тоже. Тут раму. Пока вот так делаю первый раз, не знаю как чего, смотрю материалы, ну, на ютубе там будет? Еще где-то, ну, будет какой-нибудь тоже монстр лазящий там везде. Он с редуктором заказал двигатель на него, жду, когда приедет.
Так, ну и так, из готовых проектов есть, конечно, лодка, на которой мы сегодня, я думаю, что поплаваем. Проект план корабля. Да, да. Ну вот, как бы, вот то, что было запланировано. Прям один в один не отличить даже. Даже выбор, он, я вижу. Так вот. Красава. Вот такие планы. Ничего, никаких ни чертежей, там, ни ширины, ни длины, там, ни глубины. Все, пора тебе в Траксос разработать. Да, да. Новые шасси. Зато они будут более бюджетными и не ломучими. Зато они будут интересными. Все сразу работает и все сразу нормально стоит. Если как мастер натяжных потолков, сразу будешь там в тачках делать натяжные потолки. Да, да, да. Каркас там съемный. Вот мастер натяжных потолков. Натяжных потолков в квартире нет. Зато он себе сделал в своем кабинете натяжной потолок. Зато мастерской, по-любому, сразу. Вот, про лодку тоже есть. Сюжеты, как она делалась, все, я на Ютубе снял, чтобы. А, ну мы ссылочку тоже вставим. Ребята могли посмотреть. И ссылочку сделать, твой канал вставим. Сделать такую же. Кому интересно, перейдут, посмотрят. Да, да. Ну, здесь все вот так. Ну, она не переворачивается вообще нигде. Что там внутри? Внутри там стоит двигатель, бесколлекторный, естественно. Двигатель, кстати, вот с этой шасси. Сюда я поставил такое помощение, потому что это не тянет, а лодку нормально. 3000 оборотов там хватает. Как там все интересно выглядит. Да. Тут тоже чувак сидит с Алиэкспресс, он говорит, куда я попал, что происходит. Да, да, нормально. Ну давай сейчас включу, покажу, как это все работает. С пулеметом там у тебя все дела. Там еще камера, наверное, тумблерочек такой здесь, чуть копийность полила, запускаем, пультик берем, отстрелялся, уехал, свет, свет через весь прудок. Со светом сразу. Ну и понятно, что там винт и управление. Такое тоже все тут переставлял несколько раз, пока пришел к этому. Первые испытания в ванне были, потом в прутке. Ну, катер ты что, тоже сам весь вот это все делал? Да, да. Вот. Еще покажу. Вот из такого вот материала. ПВХ. Да. То есть, ну, если по ценнику 600 рублей, 650, средняя цена его метр. Берете этот метр, и вам просто на все хватит. Появляются и лодки, и модели, кузова. Нормально. Так что вот. А, и сегодня как раз тут дед Вадим приехал, и я решил новый класс освоить. Это дрифтуха, ее надо будет собирать. На нее еще нет двигателя, нет ничего, но я тоже на канале делаю. И в группу там тебе скину. Буду собирать. Вот, тоже все бюджетное, конечно. Но на что хватает. Ну что, вон ты руками делаешь всякие штуки, замучишься. Да, кстати, вот еще. Вот сюда вот эта штука еще подключается. И что происходит, когда она подключается? Сейчас покажу. А, это. Отчетчики. Да. Подключаем. Здесь надо еще недоделано немножко закрепить его. Ну и вот. Вот так вот можно плавать. Ну-ка еще. Это мы все, я думаю, что сегодня испытаем. Пока у нас зима еще не настала. Сейчас дед Вадим себя увидит. Ну, камеру можно посмотреть хоть. Да. Ну, камера, я вам скажу, ребята, это самая дешевая. То, что можно было найти. 3 в 1, здесь сразу передатчик.
Здесь ее немножко модернизировать пришлось, она грелась. Вот, я сюда сделал небольшой радиатор. Это тоже, кстати, есть видео. Кому как что интересно, как что делалось, все найдете. Ну что, пошли обедать? Да, ради этого я сюда и приехал. Ну, правильно. Уходим в гости. Потом буду спрашивать, не какие есть дома модели, а что пожрать. Да, да, у вас сегодня что на обед, да? Все, пойдем. Все, пойдем пожрем. Тоже такую фишку, знаешь, какую-нибудь свою можно придумать. Типа раз в конце там чип делать всегда. Да, может сразу эту камеру разбивает. Мне нужна новая камера. Да, новая фишка. Ну что, вроде собрались. Вот такая сумка, короче. Что там еще? Обычная сумка, там 500 рублей. О, чтобы не взорвалось по дороге. Это что, вот эти штуки надо взрывать? Да. Они, мне что-то кажется, это... Все нормально. Броник на него оденем, нормально будет. На чувака, чтоб не разнесло. Да, да. Ну ты даешь. Все. После взрыва, видишь, что бывает. Одна голова остается. А, потом чернее, да? Сначала белый. Подкоптился. Да, да. Все, поперли. Надо в липо мешок таскать, твой взрывчат. У меня, кстати, вместо липо. У тебя липо, самогонный аппарат. Из-под светодиодной ленты я, короче, попробовал, она не горит. Ну да, в принципе, может. В принципе, я там аккумулятор. Лайфхак, да? Бесплатно это. Туда я засунул, там, ну это маленький. А так он, ну, влазит почти там. Нормально, можно пользоваться. Да, да. Че, валим? Выдвигаемся. Все, пока. Тут стоишь. Давай. Тут кормят, поют, все дела. Хата обжитая. Модельки есть. Из пластика сделано. Нравится? Да. Потрогаю. Нет, я потрогаю, смотрю. Здесь камера стоит. А-а-а. Можно от первого лица мы видим, куда пойдем. А, это вы себе, я думала, радио... кому-то из этих. Конечно. Поедем, поиграемся. Я... Нет, я думала, вы это сыну или кому-нибудь. Так, или... Мы сами еще не выросли. Какому сыну? Ну и брату. Сыновья тоже радуются. Все нормально. Поедемте с нами, сейчас будем играться. Это вы выпускаете, да, по воде? Зацени. Реклама. Натягивать могут ноги, доставляют удовольствие лишь профессионалы. Так что кому надо в Питере натянуть или кого натянуть, обращайтесь. Ты кто? Конь в пальто. Пропусти. А вы куда идете? Ну вот, запускать. Для подписчиков видосики пилить. Ты сами сделали, да? Нет, конь сделал вот это, кстати. Ну, не проходите. Не плавайте что-то. Двухэс не срабатывает. Трес. Минку заложил. Да. Вот этот пульт от взрывчатки. Да. Красная кнопка. Ой, правда красная. Ничего себе, как я. Короче, если сейчас нажать, то он бомбанет. Да. Уже все взведено в это, да. Специальная защита. Да. Оттуда и вообще что-нибудь полетит или нет, и на сколько метров? Сразу вещи собираем и сваливаем. Три, два, один. Самое главное, это сначала подключить взрывчатку. А потом питание. Сапер ошибается однажды. Ну да. А то если неправильно сделать, то ну ее нафиг. Лучше подальше стоять от тебя. Какой-то опасный челобас, да? Да. Мне неохота еще взрываться.
назад. Мне перехотелось быть сапером, а то вдруг одно неправильное действие. Такой у нас подопытный. Ну, конечно, я доверю тебе это дело. С красной кнопкой. Нажать на кнопочку? Да. Это самая камера, которую мне не жалко. Хорошо, что у меня уже 4 камеры. Но самую дорогую за 135 тысяч я не буду ставить. Ладно? Ну да, мы потом, когда побольше заложим. Чтобы бюджет того стоил, да? Точно, короче. Ну, я думаю, что вот так. Будем использовать вот эту. Так, включаем. Главное, чтобы точно записалось. Это вот это самое главное. Насколько там осколочки разлетаются? Нас ну, не вшторят? 3, 2, 1. Что-то... Ложись! Мимо головы пролетел. Развлекайтесь, ребят. Правильно. У нас еще парочка осталась. Ну, я думаю, хватит народ пугать. Это сколько сейчас метров примерно? Не знаю. Так, если не на фотке смотреть, но метров 50. Да, можем. Сейчас можем. Максимум сколько дальность у него берет? А хрен его знает. Там уже ее не видно как бы. Ну, шлем одеваешь, и нормально. А-а-а. Так, ну сейчас уже метров 70. Уже скоро под соточку будет. Сейчас он, если уменьшить на фотике, вообще уже особо-то и не видно. Ну, сотка где-то есть уже. Ну, вот, видишь, да. Это что за аппаратура там? Да, китайская, солярис. Ну, сотка точно тут есть уже. Вот это РГС 4G. На, попробуй. Не, лучше сюда подгоняй. Попробуй, я даже ничего не пойму, он где-то вдалеке. Без шлема вообще как бы не видно. А, ну это ты видишь там, да, еще что происходит? Да. Пришвартовался. Такую подставочку тоже надо, потому что без нее вот так раз. Что там забыл? Мотор вообще холодный. Ну правильно, он по воде гоняет, да еще и на улице холодно. Да вон, пищалка надо включить. Ставим где-то на 3-4. Угу. Нормально. Чтоб потом ловить ее где-нибудь там. Палкой. Ну да, плавать что-то это. Если сломается, плыть это вообще отстой. Да, да, да. Вызовем коня. Пусть плывет куда хочет. Это его лучше проблемы. Коня, да, будет? Да. Что, давай могу поправлять возле берега. А, ну, в принципе, тут все как на этой. Может. Так, сейчас, погоди. Вот. Может, пока бы газ тебе убавить? Да не, потихоньку с этим. Я могу даже вот так по чуть-чуть плавать. Газ-то чувствую. Чуть-чуть попробовать. Я всегда думал, что это отстой ездить на вот таких вот, ну, катерах, ну, знаешь, там, трамплинов нет, еще чего-то, пыли, собак не погоняешь. Ну, как-то вот думал, что это скучно. Попробуй. Сейчас проверю, вдруг это
не скучно. Максимальная скорость у него сколько там? 25 я замерял. А так, если резко там... Ну, если учесть его размеры, что он такой здоровый. Кстати, если резко вот поворачивать, то он... Ничего, нет, не перевернется вообще. Я на заливе плавал, никаких переворачиваний там нету. Вот, вот это вот, сейчас газюльку на всю нажму. Вот, попер на всю. Вот, вот это на всю. Ну, честно говоря, что-то вроде ощущений каких-то приколов есть, но мне кажется, это быстро наскучит. Надо что-то крутить. Для этого есть вот что. Одеваешь? Если одеть. И вот это? Там препятствие. Ну-ка давай да. Посмотрим, как там сейчас включен, да, там. Да. О, теперь будет новое это. О, а так да, так, вот так пульс, вот. Держи. Вот так вот уже этот 3D. Задний ход. А, вот, вперед, да? Ну да, так по кайфовее, так как будто сидишь прям. Как будто вот тот дядька сидит в лодке, и ты такой плывешь. Ну, сейчас на себя посмотри, где я там. А, вот он, я сижу. С расстоянием только научиться ориентироваться. Вот мне сейчас кажется, 5 метров осталось. Ну. А там сколько оно, где-то так и осталось. То есть, короче, в принципе, так и чувствуешь, сколько осталось. Ну да. Вот сейчас 1-2 метра осталось, кажется. Ну какой я вообще ничего не видно, и такой расплывшийся там. Ну вот сейчас плаваем куда-нибудь. О, вот так вот прикольно, резко это. Поворачиваешь так, в голове все это. Чуть-чуть. Не подташнивает? Да вообще неохота, а ты надеялся, да? Это вот чуваки, которые на квадрокоптерах летают, у них там, наверное, вообще капец. Ну вот, видишь, как далеко. Вот сейчас уже ее практически не видно, а в шлеме ты нормально себя ощущаешь, в принципе. Можно на разведку плавать. Так, сейчас как раз на камеру сниму, как это происходит в этом. Поплаваешь, как раз засниму. Нам еще поплаваешь, замутим. Очочки возьму. А, слушай, тут... это... Может, туда вставим эту? У тебя же есть? Точно. Страшно. Да, ну все ништяк вообще с доставкой на дом, до дома, откуда да. Взяли, туда и вернули. Ну все правильно, если уважаешь человека. Да, да что, я могу тут вылезти и все. Да? Давай. Ну все, рад знакомству. Давай, я тоже. Да еще, думаю, замутим, что. Да, сюжет продумаем. Взорвем уже по-быстрому. Взорвем уже помасштабнее. Да, да, можно еще кого-нибудь позвать. Чтоб ногу оторвало. Ну нам надо одного этого, третьего, чтобы ему не говорить, что мы взрывать собираемся. И над них смеяться так и злым смехом. Да, коня позовем тоже. Уехали трое, вернулись двое с видеосъемок, да? Да. Один. Да. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было. Дешевле, чем на Алиэкспресс покупать за рубль всякие фигурки. Да, да. Взорвал его и сам хрен пришел, с ним. Да? Да. В лесу там прикопал. Давай, дед Вадим. Все, давай. Да, еще встретимся. Успех. Продумаем сюжет, замутим давай. Супер. Пока. Что-нибудь. Все, спасибо, счастливо. Езжай на обед там, поесть, что как. Да, давай. Давай. Давай.